Формирование группы с другими особями того же вида имеет много преимуществ, но это также имеет и недостатки. Зубастый тунец – обычно одиночная рыба, но здесь у берегов Иомедзимы живет большая стая из более чем 100 особей. Многие из них достигают 120 сантиметров в длину и имеют внушительный набор больших острых зубов. Конкуренция в стае жестокая. В безумии кормления эти тунцы имеют свойство терять рассудок, кусая все, что движется, включая друг друга. Благодаря большим плавательным пузырям зубастым тунцам не нужно утомлять себя охотой, когда запасы пищи заканчиваются. Они способны долго удерживать позиции и действовать как засадные хищники.